Всем привет, с вами Star Chaser, и смотрите мой Just Play канал. И я продолжаю проходить игрушку по названием Overlord 2. Итак, мы остановились на том, что мы дошли до трущоб. И по сути нам нужно теперь по этим трущобам выбираться и искать наших доблестных синих. Так, открыто. Открыто. Теперь проходим здесь. Здания жалеть мы не будем, так как они нам открывают, так сказать, проход. Почему бы и нет? Крысы или что там еще? Давайте все сломаем здесь. Пройдем. Может, что-то найдем? Так, вы кто такие? Братья-близнецы? Здорово, пацаны. Кто там уже блюет, видимо, от этих трущоб? Гигантские лягушки? А, гигантские лягушки. Помню. Такие неприятные, скажем так, твари. Сейчас они нам будут встречаться. Какая бедность, какая грязь. Ну просто... Не обращай внимания. А вот и лягушки. Так, эти лягушки бесконечно отсюда ломиться будут, да? Надо, наверное, закрыть же здесь проход все-таки. Так, лягушки, а ну идите в свою канализацию. Сволочи вы такие. Закрывайте проход. Или не закрывайте проход, не знаю. Или нам просто здесь пройти надо. Может, здесь просто фармить можно на лягушках. А можно просто сделать вот так. Что-то я об этом сразу не подумал. Так, горите, пацаны. Вам огонек к лицу. Что это за фигня? Нет, та херня нам не нужна. Валите все здесь. Так, это бухло. Нет, не надо бухло, ребят, не надо. Вы ж вырвете, и будет вам херово и все дела. Ну ладно, не насрать. Лягушки, здорово. Как поживаем? Оказывается, не только в ином мире есть веселые животные. В канализациях империи здесь тоже хватает веселья. Так, здесь, видимо, только я могу пройти. И здесь, видимо, ничего нет. Да? Ну, конечно, как всегда. Так, пацаны, я уже иду. Так, двоих красных возьмем. И троих зеленых. Ломай все. У вас у кого-то были дома, а теперь нам нужен проход. Так, вы, товарищи, дайте пройти. У меня до вас никакого дела нет, поэтому убивать я вас не буду. Хотя надо было бы. А вот всякие домишки я у вас поуничтожаю. Ибо мало ли что там будет. А, например, лягушки, охренеть. Вы что там, соседи, что ли, с лягушками? А ну, закрыть. Извините, у нас рабочий день закончился, кафе закрывается. Как-нибудь позже заходите. Так, ломайте здесь все, бухло не берите. Запарили алкоголики. Я здесь. Я знаю. Так, идем дальше. Ага, здесь еще домик. Вот подъем, где у нас. Проходим дальше. Что у нас здесь? Бельишко. На меня трусов здесь случайно нет? Вон, рубашечка красная. Нормально, можно будет потом забрать. Нет, так дом не ломается. Но там я вижу еще один канализационный, скажем так, проход. Тут дверь одна осталась. Нормально. Заходим, ломаем. Это мы умеем. Так. А вон для синих заданица есть небольшое. Это катализатор. Это вход в подземелье арены. Я знаю, там наши синие. Кто хочет бесплатно увидеть состязание на арене? Вы сможете наблюдать за боями самого
заходить, мы проводим вас в ложу для почетных гостей. Ага, конечно. Демоны! Да, это всего лишь наш портал в иной мир. Так, я время засек сейчас. Это я уже, учитывая, что минут 5 где-то запись идет. Ну ладно, неважно. А то предыдущая серия вышла коротенькой по той причине, что я забыл, во-первых, засечь время, во-вторых, мне как-то нужно было, так сказать, отойти на некоторое время. Поэтому я сделал себе такой перерыв. Скажем так. Тогда и пройти, не видишь, там надо закрыть хрень с лягушками. Там слишком много. Это прям ломится и ломится. Закрыть. Так, лягушек навылазило нормально. Сейчас жизненные силы насобираем. Больше, чем потеряем. Это уже хорошо. Там лягушки людей хавают нормально. Да вот они. Прям перед вами. Кстати, классные эффекты света. Обожаю такой эффект. Он и в Borderlands втором есть. Типа как блики или как они там... Не, это не блики, это что-то другое. Эй, эй, пацан! Ты куда моего захавал, чувака? Иди в задницу. Ага, там синими можно взять, я вижу, да? Заплыть вниз и забрать кристалл темный. Хорошо. Хорошо, это мы заберем. Когда будут синие. И катализатор заберем. Замечательно, тут надо будет побегать. Так. А здесь что, проход или что? А, здесь надо будет этих чуваков задержать. Хорошо. Ждем, пока приплывут. Здесь по кругу. Вижу, наяривают. Так, ребят, здорово. Как бы, знаете, но нам нужна... Ваша гондола или что это у вас? Кстати, сзади вот палочка такая светится. Именно вот этой палочкой мы можем управлять этой... Не знаю, что это такое. Плотом. Синих просто подключаем и все. Кстати, что-то наши как-то неестественно много умирают. Что за хрень? Почему они так легко умирают? И в таких количествах. Вы выбрали все. Красные. Ладно, мы еще призовем. Бурые. Нам, конечно, не жалко. У нас пока что прихвостней не хватает. Так, нам туда по заданию, но мы побегаем еще здесь. Может, что-то найдем. Ты тут новенький. Ну, можно и так сказать. Так, вот тут все поломаем, мало ли что найдем. Нет, ничего не найдем. Ладно. Так, и здесь у нас опять же ничего, да? Хорошо. Тогда у нас единственный проход. Идти на арену. Ладно. Скажем так, потопали. Вот там туда надо. Нет, тут мы как бы не особо это... Мне интересно проходить. И, кстати, эти дяди очень сильные. Их будет очень много в канализации. Сколько жизненной силы. Собираем все. А нет, нам сюда. Да-да, вижу, надо забрать его. А также повелитель. Может повелитель толкать. Так, ребята, вас слишком много, и вы слишком сильные. Вон как зеленые дохнут вообще на ходу. Так, этих сволочей тоже надо убивать, а то они колдовывают наших. Ну, правда, с них вот эти кристальчики падают, которые нужно насобирать. Так, вот уже синюю энергию мы собираем, то есть жизненную силу. Я люблю хорошую охоту.
Кровопролитие меня бодрит. Только да, меня тоже. Честно, иначе уже не так весело. Ага, даже так, вы сами открыли мне проход. Но за это вы поплатитесь своими жизнями. Слабаки. Так, гляньте, они убивают наших. Что за хрень? Как так они это легко делают, скажем так? У нас уже прям пропадают войска на глазах. Тают. Ладно, пополним. У нас пока что их хватает. Там по 100, вот. Вот зеленые дохнут вообще как мухи. Эй, парень, что с тобой? Что с тобой было? Ты что, закопался в землю и выкопался обратно? Ну ладно. Время. Ну, так себе, нормально. А, ну да, точно. Вот сейчас начинается самый трудный момент игры, наверное. Потому что мы, во-первых, одни. Во-вторых, у нас нет войск, ну, соответственно, мы одни. Ну и в-третьих, мы очень слабые. Вот эти вот стражи арены, они очень сильные. Их просто так не завалишь. Вот сейчас начинается хардкор. Хочу поскорее увидеть магических негодников на арене. Спорю, эти синие зверушки будут очень забавно умирать. Их только вот магией стоит валить. Потому что по-другому они подыхать не хотят. Нормально. Ну, правда, маны у нас не так уж и много. Будем пытаться тратить ее с умом. Вон еще бутылочка. Сейчас начинается именно хардкор. Так, тут и жизни еще лежат. Нормально. Вы выбрали все. Так, здесь надо 12 пацанов. Пока что столько нет. Пока что вообще нет нисколько. Так, парень, умирай. Так, еще на одного хватило, на магии. Но с этим придется разбираться собственноручно. Хорошо. Так, синие. Так, синие у нас не бойцы. Ману собираем. Нам очень пригодится. И сейчас я немножко вернусь. Так, давай броню тебе, чувак. Ты нам пригодишься. Сейчас я немножко вернусь, возьму жизни, если они здесь еще лежат. Нет, они уже пропали, жалко. Ну ладно, вот они синие. Как они выглядят. Такие вот пацаны, амфибии. На самом-то деле. Уматовые, как всегда. Итак, нам нужно 12 штук, чтобы открыть ворота. Так, там жизненная сила, забери ее, пожалуй. Так, 8, это слишком жирно. Здесь никак не спуститься или что там сделать? Стоп, а куда? Ну, мы стали сюда, молодцы. Куда-то сюда теперь? А, ну да. Куда-то сюда. Ага. И в лучших традициях всяческих трудных игр нам закрывают проход. Ой, умирай. Ты нам здесь не нужна. Так, вот он еще один синенький. Ну, я, конечно, вот эти все штуки пооткрываю. Как они называются, бочки или что? Потому что здесь, как вы видите, хватает жизненной силы. Она нам пригодится. Так, этих дурачков убейте вы, наверное. Или не надо. Так, стоп. Вас нужно здесь провести. Так, вышли, молодцы. Что дальше? Ага. Вижу. Не слепой. Как раз 4 хватает. Хорошо.
Хорошо, проходим дальше. Тут где-то чуваки с пылесосами. Меня это вообще не улыбает ни капельки. Там сверху я вижу с темным кристаллом вроде бы. Бочка. Так, ладно, мы пришли немножко дальше. Вот, мы там начали свой путь. Теперь. Ага, синий, 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 синий. А, черт, нет, синий, твою мать. Ладно, сейчас надо аккуратненько. Вот так хотя бы. Давай. Да, вот еще синенький. Еще один. Тут мы два или три синих сможем найти. 6, хорошо. Вот и 7. Тут, кажется, 8 даже у нас будет. Да, 8. Давай сюда, сюда, сюда. Вот, хорошо. Прям сказал, замечательно. Кстати, можем сюда себе поскидывать всяких плюшек. Нет, гномы нам не нужны. Что там еще? Вот этих, например, существ. Можем их себе тут сейчас поскидывать, потом пособирать. Так, нам бы лучше всего вот этих вот летающих фей, или как они там называются. Потому что с них кристаллы могут падать. Эти вот розовые. Сейчас их наскидываем, штук 5, наверное. Да, сейчас пока что обычные идут. Вот и место для фарма кристаллов. И гномов. Да, да, вот они падают. Не так часто, как хотелось бы, но падают. Так, ребята, у вас жизненной силы дофига. Это я точно знаю. А ну идите сюда. Ладно, валим. Вот это еще заберите. Забери. Да ну вы тупые. Синие, вы тупые. Уже 56 жизненной силы собрали. Хорошо. Так, должны были ворота открыться. Да. Хорошо. А, кстати, стоп. Там же тоже нужно было 8 прихвостней. Куда там откроется? Вот эти ворота. Может, стоит обойти? Ну, давайте, меня чисто любопытство гложет. Сейчас я просто обойду здесь. А, за нами же проход закрыли. Черт, я забыл. Ладно. Так, не забрать жизненную силу. Ладно, 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 любопытство потом. Как-нибудь в следующий раз. Maybe next time. Так, здесь закрыто, идем сюда. А здесь я даже не пройду. Окей. Так, здесь я тоже не пройду. А, туда куда-то, да? Ну, становитесь. Или это мне надо стать там? Ладно. А куда вам надо, уважаемая синяя? Там вы пройдете? Судя по всему, нет. Что-то я не понял. Нам нужно на эту кнопку нажать, это точно. Так давайте, нажимайте. Не вижу проблемы. Странно. А, не, все. Проход открылся. Так, а я не помню, что здесь делать надо. Отпускать их как-то там надо или что?
А, ну да, да, крутить. Нет, нет, все правильно, все правильно. Я забыл уже просто. Затем отпускаем. Он умирает. И наши его оживляют. Вот таким способом нам предлагают сейчас наших синих добыть. Так, о! Полная жизнь и мана. Так. Вот столько шестерых я себе заберу. Так, забрали. Хорошо, давай. Остальных заберем. Те их этого возродят, хорошо. Так, забираем еще этого пацана. Нет, нет, назад. Хорошо. А теперь давайте туда заберем вот эту хрень. Нет, еще один. Там у нас жизненная сила, хорошо. И вот эту штучку тоже заберем. Там тоже, наверное, жизненная сила. Давай быстрее. Хорошо. Уже 12 прихвостней у нас. Просто замечательно. Так, там нужна 20-ка, у нас только нет пока что. 12, вот куда они нам нужны. Так, здесь ворота закрылись, это плохо. Но там открылись, это хорошо. Но там злые пацаны стали. Стоит знать, повелитель, что у синих есть способность под названием «Невой шаг». А, ну да. Становиться невидимыми, когда вы проводите их мимо врата. Это я помню. Они могут миновать стражников, незаметно добравшись до рычага и упорно. Давайте наших освобождать. Так, 15 синих, хорошо. Да, они у нас в какой-то такой стелс входят. Мы их можем мимо провести. Так, это мы закрываем. Зачем нам закрывать? Стоп, а где нам здесь их проводить? Давайте возьмем одного. Допустим, да? Ты где-то тут сможешь пройти, что ли? А, ну да, может. Почему бы и нет? Хорошо. Нам нужно 8 пацанов. Давайте, ребятки, не разочаруйте меня. Ну, камера. Не-не-не-не-не-не-не. Ладно, тех мы потеряли, неважно, тут еще он говорил. Будут. Да-да-да. Наши ребята. В количестве 15 рыл, да? Нет, 14. Было 15. Ладно, неважно. Идем дальше. Мне хочется уже этот сложный момент пройти. Меня он, если честно, немного раздражает. Мы здесь можем просто пройти? Вот нафиг нам с вами сражаться. Правильно? Правильно. Так, там еще синенький. Выходи. Проведите синих мимо стражи. Пока они двигаются, заметить их невозможно. So what? Ладно. Ладно. Нет, нет. Камера, не будь такой пьяный.
Проходите, проходите. Это было хорошо. Сейчас надо их назад провести. Так меня сейчас убить могут, какого хера? Отвалите, мудаки. Фу. Так, те там пусть веселятся. 15 прихвостей у нас есть, все, валим отсюда. Да блин, задолбал ты, мудак. Где жизни здесь можно найти? Вот, например, здесь. Хорошо. Так, ну мы здесь, конечно же, попробуем все забрать. А если я маки попробую жахнуть? Нет, нифига. Ну ладно. Меч forever. Какая нахрен магия, если у нас есть меч? Правда же, да? Так, ты. А ну, вали отсюда. Все, 15-15. Вы, уроды, идите сюда. Я сказал, сюда идите. Я сказал, сюда иди, ты. Ладно, вот в жопу. Козлы. Нет, ну я сказал, сюда иди, пацан. Почем шапку брал, а? Сюда иди, сказал. Невозможные уроды. О, кстати. Я доставал каким-то образом. Где мои прихвостни все залипли? Сюда идите. Не, ну вы тупые, синие. Вы самые тупейшие, которых я встречал. Что там по времени? Не знаю. Вроде бы нормально, вроде бы и нет. Неважно. Ладно, идем дальше. Так, вы, сволочь, идите сюда. Вот, вот, давайте, пацаны, у вас появилась новая цель. Так, надо бы мне отойти, наверное. Вы давайте воскрешать ваших товарищей. Все равно вы больше ни на что не способны. А я буду пытаться убить этих придурков. Хотя это очень трудно, как видите. Ну вот! Ну вот! Отлично! Просто замечательно. И сейчас, если скажете мне с самого-самого начала начинать, я вас прибью. Да вы, блин, издеваетесь! Совсем совесть потеряли. Ну что это за херня? В третьей части я желаю видеть нормальное автосохранение. Нормальные! Блять. Ладно, на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание. И я уже следующую серию начну на том моменте, где вот это закончилось. Все, всем пока.